Я то, что посмотрел список участников. Ну, у нас ультрабабушка, которая, в принципе, рассказывает про ту же гонку, только чуть-чуть подальше. Вот. А мне удалось пробежать гонку «Марафон де Сраблес». Давайте начнем с того. А можете поднять левую руку те, кто слышал, что такое «Марафон де Сраблес»? Левую, левую. Так, чтобы подмышка была видна. Супер. Так, но большинство. А те, кто не слышал никогда, правую? А те, кто не подняли две руки, это что означает? Я читала ее в чате Trail Runner, в этой гонке, но я, наверное, точно не могу. Слышала, большинство, но не подняли. Окей, ладно. Тогда поступим следующим образом. Я небольшую лекцию прочитаю. Я, кстати, сегодня приготовил небольшие подарки про «Марафон де Сраблес». У нас сначала будет такой небольшой блиц-опрос. Будет вопрос, кто дает правильный ответ, получает подарок. Да? Хорошо, как... Сначала отвечают те, кто поднял правую руку, помните? Как думаете, в каком году первый раз организатор пробежал «Марафон де Сраблес»? 16-й. Сам организатор, свой же марафон? Да, свой же марафон. То есть раньше он не бегал, а сейчас он пробежал. Ладно, помощь тех, кто поднял левую руку. 95-м. Раньше нам... Холодно. Ага. В районе 35 лет назад. В районе 35 лет, отлично. Считаем тогда сколько, чем, какой год? 85-й. 83-й. 19 минус 35. 84-й, отлично. Первый приз. Ладно, давайте я вам расскажу немножко про призы. Сегодня я вам принес эксклюзивные книжки. В России таких нет. Эту книжку написал мой друг, теперь молдавский бегун Дмитрий Волошин, который, кстати, месяц назад пробежал в Эмиконе при минус 60. И он написал книжку «Беги и помни». Первая книжка уходит. Хорошо, как зовут организатора гонки? Любой может отвечать. Как зовут организатора гонки, директора? Патрик Бауэр. Патрик Бауэр, супер. Что такое 52 и минус 6? Температура. Температура, хорошо, да. На самом деле днем может быть 52. Ночью 6 градусов. Окей. А что такое 12 литров? Воды дают. Логично. Воды в день дают каждому. Рюкзак. Воды в день каждому. Да. Окей. И самый сложный вопрос. Первый россиянин, который выиграл «Марафон де Сраблес». Андрей Алексеев. Ну не Ерохин, да? Ну ладно, вторая книжка. Я думаю, Игорь отдаст. Давайте, Игорь, от тебя вопрос какой-нибудь про «Марафон де Сраблес». Ну, может быть, кто-то знает россиян, которая побеждала? Или Ира Петрова, да, первая. Вы можете ей лично передать эту книжку. Окей, хорошо, я думаю, будет, да? Наталья Седык действительно побеждала в гонке. Ну, Наталья Петрова... И еще есть Валентина Ляхова, которая побеждала. На самом деле, русских, которые было в «Марафон де Сраблес», куча. Ну как куча, если посчитать... Среди мужчин только один нашелся. Да, среди мужчин один. А если посчитать вообще в целом, сколько было русских, то порядка 100 человек уже съездило в пустыню в Сахару. Так, ребят, по-моему, ребята, что за перчатки? Ну-ка, расскажите нам. А потом будет. Да? Супер. Это тоже на де Сраблес были перчатки? Нет. Нет? Ладно. Окей. Давайте немножко про историю. Как вы уже поняли, действительно, в 84 году была создана... Патрик Бауэр пробежал 250 километров за 12 дней в пустыне Сахара. Ему пришло в голову, а не пробежать ли нам все вместе с моими друзьями. На следующий первый год пробежало 25 человек. Впоследствии каждый год количество участников увеличилось, и сейчас в среднем бегают порядка 1200 человек. Автономная гонка, которая варьируется, дистанция, она каждый год увеличивается, но в этом году они все уже остановились, это примерно 237 километров. То есть начиналась она там со 100, 180, 200, 260, и сейчас остановились на 237.
5 этапов. Этапы разбиты. 4 этапа дневных, один этап, который уходит в ночь глубоко. Бежите на полную автономию, как говорила уже Марина. То есть все свое ношу с собой, вся ваша еда, вся экипировка чудесным образом помещается вот в такой рюкзак. Рюкзак весит где-то порядка 350 грамм. В принципе, Marathon des Sables приучает вас покупать самые легкие вещи на эту гонку. То есть, если вы даже захотите, ну такие бывают, да, случаи, когда если вы вдруг захотели взять зубную щетку, то вам все равно приходится обрезать ей конец, чтобы можно чистить только одну щетку. Либо у вас будет ложка-вилка. Либо, как вы думаете, с пластиковой бутылкой, какие могут фокусы вообще? Что делает участник Marathon des Sables с пластиковой бутылкой? Пустой. Моется. Моется, окей. Что еще ест может? Ест из нее. Спит как подушка. Ест из нее, спит как подушка. Что греется. Еще может? А? Греется. Ну, греется, не знаю. Возможно, я не видел. Теплая вода в спальник, отлично. Окей, теплая вода в спальник. Что еще? Отбивается. Отбивается. Это стиральная машинка еще. То есть, и причем несколько людей одновременно могут. Ты постирал, и потом передал следующему постирать. Но гонка интересная, уникальная, потому что вас полностью отрубает вообще от цивилизации, остаетесь наедине с собой, живете, как говорила Марина, в бивак. Здесь уже не показано. Это лагерь в виде круга, установленные шатры, за которые вы платите 3500 евро стоит участие, и плюс еще перелеты, плюс экипировка. Ну, то есть на круг примерно на человека, если вы захотите участвовать, от 400 до 500 тысяч стоит участие. Наверное, побегать один раз можно. Как я говорил, что, в принципе, это не самая сложная гонка, ее может приближать любой здоровый человек, у которого там нет противопоказаний к бегу. Вот. Это вкратце история. Давайте, наверное, может быть, какие-то блицы, потому что про гонку можно рассказывать долго, долго и интересно. Давайте попробую, я вам хочу показать, что вам дают за 3500 евро, дают вот такую футболку. Причем я ее носил всего 2 раза. Ну, то есть она очень... Вот такая. Если хотите, можете вам посмотреть. Дальше. Вот такие чудесные номера. Мне удалось попасть в 50, и когда вы попадаете в 50, там еще такие наклеечки, где, когда вы бежите, вас видно, что вы где-то там впереди. Что еще дают интересного? Дают вот такую медальку. Наверное, еще и ребята это дают. Мне не, вот я не знаю, Марина, мне что дали, сделала с организатором, мне ничто не дали. Меня пригласили бежать женщине, леди Ва. Леди Ва, супер, да. Их шьет эти ребята. Окей, что еще есть? У каждого есть вот такая... У каждого есть вот такой брелок. Брелок — это по факту ваша... А кто родился в СССР, есть? Да. Отлично, хлеб по карточке получали. Давай. Хлеб по карточке. Вот. Вот. На самом деле это сворованная идея из СССР, потому что вы получаете все по этим карточкам, тут прокалывают дырочки. Получил воду, проколол дырку. Пошел, получил банку кока-колы, проколол дырку. Один раз была смешная история, потому что они не перестали прокалывать дырки, и причем перестали прокалывать, это когда выдавали пиво. Понятное дело, они делали маркером. Только русские умудрились 5 раз получить банку пива, потом они начали прокалывать. Здесь также ваша медицинская карточка, то есть каждый участник может бесплатно, как в России, сходить к доктору, и он посмотрит на ваши ноги, как они выглядят, все остальное. Не прокалывают? Да, самое... Там есть разные названия, когда у вас есть мозоль простая, есть мозоль обыкновенная, есть, оказывается, мозоль подногтевая, а еще есть full house. Кто знает, что такое full house? Полный комплект. Это когда все 10 пальцев в мозоль. Если хотите посмотреть, я привез сегодня с собой в подарок, ну не подарок, хотите посмотреть, как выглядит песок Сахары, вот здесь мы чуть-чуть увезли, благо его можно увозить из Сахары, их там его там много. А? Можно, да, посмотреть, как выглядит. Он чуть-чуть красноватого цвета. Что еще? Я, честно говоря, просто не знаю, что рассказывать про гонку, но сейчас я пытаюсь вам показать, как выглядит.
А, вот так выглядят кроссовки, пробежавшие по Сахаре. Причем они пробежали, ну, один раз и пробежали. С кроссовками Хока примерно происходит вот такая штука. Я вам сейчас дам показать. Они плавятся? Не плавятся. Как говорила Марина, вся трасса Маратон де Саблес делится на три вида покрытия. Это дюны, это щебень, ну, такая плотная довольно, и это острые камни. И получается чудесная природа Сахары вот такие штуки делает с кроссовками. А это гейтерсы обыкновенные, точнее, ну, фирмы Red Light, которые обеспечивают не попадание песка в ваши кроссовки. Но если кто хочет, они пахнут еще Сахарой. Прошло, правда, 2 года, но... Так, что еще? Ну, на самом деле, если есть желание посмотреть, как выглядит рюкзак, в Москве сейчас такие рюкзаки можно купить. А где, кстати, еще недавно я смотрел, что-то не видел. В Москве их продают в магазине «Три спорт». Они, ребята, привезли как раз важную. Наверное, давайте я постараюсь сейчас, может быть, поотвечать на вопросы, если у вас есть какие-нибудь. Есть вопросы? Как готовились? Готовился спонтанно. Ну, нет, в целом готовился, перед стартом пробежал груд. Но у меня набег получился где-то 3800 километров за год перед Маратоном де Саблес. Он же не сосед перед стартом. Чуть ли не был. Да, он входил у меня. Это была первая сотка длительная. Также я пробежал в Дубае горную сотку. Ну, и больше. Мы, по-моему, еще там с Любомиром бегали где-то в какой-то как раз в Амане, что ли? Да, вот как раз мы там. Вопросы? Как заработать на такую гонку? Кто хорошо работает, тот хорошо ест. Это у нас есть знакомая Наталья Попова, говорит, хочешь, чтобы было нормально, делай нормально. Ну, наверное, примерно так же. Вы сами оплачиваете спонсоры? К сожалению, да. Жена узнала чуть позже. И больше я на Брамбунда с вами не еду. Да. Вопросы? У нас еще 5 минут, даже 15. 15. Удобно ли спать, там говорят, с одной стороны эти берберские палатки открыты? А, ладно, что такое берберская палатка? Берберская палатка – это ткань 5 на 5, 5 в ширину и 15 в длину. Натягивается вигвам, с двух сторон продуваемая. А когда вы первый раз приезжаете на гонку, сразу можно понять, кто первый раз на гонке, кто уже бывалый. Бывалые опускают один край к ветку, то есть ветер не продувает. Те, кто приезжает первый раз, первую ночь стучат зубами, там невозможно. А если вы поедете на Маратон де Саблес, там есть два самых вид места. Надо ложиться в биваках по краям. По краям ложитесь, потому что, во-первых, у вас нет с одной стороны соседа. Ну, это если вы социопат. Ну, и вторая вещь. Остается подгиб из-под бивака. Его можно, если вы так, как вы лежите на довольно твердой поверхности, все впивается, его можно использовать как ковер дополнительный. И еще, когда холодно, им можно и накрываться. Несмотря на то, что этот ковер помнит там 25-летнюю давности берберов, которые там спали. Вот. Коврики есть? Коврики? Никаких. Ну, на самом деле, кто во что гораст. Мой рюкзак изначально весил 7,5 килограмм. Были ребята, которых рюкзаки весили по 14 килограмм. 7,5. То есть туда можно брать все, что угодно. Есть один пермский ресторатор, который привозил туда сублимированные яйца, разбавлял их водой и потом жарил и получал яичницу. Ну, то есть можно брать все, что... Если вы хотите брать коврик, тогда можно взять с собой коврик пенный, и будет удобно спать. Там горелку прям перед, да? Ну, там не горелка, там, получается, у вас есть котелок. В принципе, есть дрова. Тоже хорошая, Марина рассказывала один из примеров. То есть, каждый день вы получаете письма, которые вам пишут с воли, и вам приносят их организаторы. Один из лайфхаков – это когда можно писать дрова.
и причем неограниченное количество листов, и вам приносят там, и это можно топкой быть. Также, когда вы прибегаете, вы сразу идете собирать бревна, но не бревна, это такое, как хворост, да. И представляете, если прибежало 1000 человек, то радиус поиска хвороста увеличивается. Из-за этого очень важно, чем вы быстрее бегаете, тем больше хвороста. Над нами все смеялись, потому что у русских был вечный огонь около палатки. У нас он не перекрывался, мы постоянно... Вы бегали быстро. Мы бегали, но в том году, да, мы бегали быстро. Вот. А, что еще? Там на кроссовке лента, на самом кроссовке, это производитель чуть ли? Нет, это как раз... Ну, мне какой-то дедушка Ашот, который знает ток в маратоне де Сабле, прострочил и приклеил, и получается такая штука. А верх покупался отдельно как-то и тоже вышивался? Получается, покупаете кроссовок, покупаете гейтерс, в который входит липучка, и пришиваете его кроссовок. Я понимаю, что там основные сложности жара, песок и так далее, но там и какой-то набор есть за счет барханов, за счет там я не перебег какой-то там на одном, как минимум, из этапа переходит. Набор как такового нет. На 250 километров набор 2500, ну то есть это практически минимальный набор. А барханы есть, есть горы. Есть одна гора, в которую восходит. С одной стороны, она каменистая, с другой стороны, такой большой песчаной горки я никогда не видел, это примерно набор, 500 метров набора, и это сплошной бархан. Вот. Какой процент финишировавших? В том году стартовало 1200, финишировало где-то 900 человек. А все участники делятся на два типа, когда вы регистрируетесь. Есть участники, можно зарегистрироваться как раннер, можно зарегистрироваться как волкер. Но по факту ничего не меняет, просто у вас такой статус, я волкер, из-за этого я иду. Но идти на самом деле, мне кажется, что сложнее, потому что когда вы прибегаете, ложитесь спать, просыпаетесь, а с утра люди еще приходят. У меня, я прибежал... 37-м. Я прибежал в 37-м, у меня в среднем уходило в день по 5,5 часов. И на всю гонку я затратил 27 часов. Там самый сложный, наверное, 4-й этап двигается. Да, я на нем стал 11-м или 21-м. Как ни странно, все устали, а у меня открылось второе дыхание. Там 86 километров, да, в ночи. Вопросы? Не стесняйтесь, я вообще готов на все ответить. Дистанция маркирована или нет? Дистанция супер маркирована, все камушки покрашены, стоят светоотражающие ленты. Если вы бежите ночной этап, ну и вообще всегда там стоят, потому что люди, которые идут пешком, они каждый день в ночь. Песок, камни, все маркировано. Заблудиться невозможно, у вас есть GPS-трекер, аналог, который был сейчас недавно на гонке. Но его хватало чуть побольше, там на полностью. И там есть волшебная кнопка, которую нажимаете, она стоит 1500 евро. Нажали, за вами прилетел вертолет, забрал и увез обратно. Коротко пишите один день. Вы 5 часов бежите, все остальное время куда уходите? Среднестатистический день. Я никогда в жизни столько не спал. Начну с этого. Средний старт гонки примерно 7-8 утра. То есть вы просыпаетесь с солнцем. Как вы помните, я говорил, у русских всегда вечный огонь, у нас всегда были дрова. Плюс 5, плюс 6, да? А? Плюс 5, плюс 6? Чего утром, плюс 5? Когда просыпаешься? Ну, просыпаешься уже, наверное, 12-15 становится. Просыпаешься с утра, сделал себе чай. Касаемо еды, это сублимированная еда в пакетиках французской фирмы MX3. 100 грамм по 500 калорий, разводишь водой и прям ресторанное блюдо. Начиная там от фуа-гра, там... квадроформачи, там все, что хотите, сейчас делаю. Вот, сделал себе поесть, собрал свой рюкзак, пошел на старт, пробежал. Прибегаешь, получаешь 3 бутылки воды, идешь, относишь воду, выпиваешь рекавери, побежал за дровами, принес дрова, сходил в медпункт, проколол эти штуки, мозоли, пришел обратно, встретил друзей, знакомых, пообедали, поставили еще одну воду, попили чай, сходили, встретили последнего финишера, посмотрели на закат, легли спать. И так 5 дней.
У Марины было еще, наверное, возможность любоваться океаном. Да вот в этом году, а в прошлом году было, куда бы спрятаться от ветра, потому что ноль. Ну, у нас было тепло. Пункты питания с водой, они как часто организованы на этапах? Пункты питания, как правило, но в среднем это 12 километров. Умереть практически невозможно, хотя у меня был, у меня закончилась вода на втором этапе, я поднимаюсь в гору, присел, пробегает француз, говорит, ну как ты, вода закончилась, а, ну ладно, давай, держитесь. Ну, я там получил, у меня был такой солнечный удар, в итоге я перебежал, та горка, помните, про которую я рассказывал, где все бегут, фотографируются с красивыми, делают красивые фотографии, я еле шел. Фотограф не понимал, что со мной происходит. Мне померили температуру, взяли кровь, сказали, блин, парень, все нормально, беги. Вот, воды достаточно, в принципе, хватает. Потом я был умный, когда я уже, у меня был момент, у меня прокололось, не прокололось, а нипер выпал из бутылки. И любого пробегающего француза, испанца просто останавливаю, говоришь, можно я у тебя отсосу? И пьешь воду и бежишь. А именно французы и испанцы? Ну, там больше всего французов. Так как французская гонка, потом идут испанцы, идут англичане, американцы. Но русских с каждым годом все больше. Я не знаю, правда, в этом году раньше они вывешивали списки, сейчас списков не вывешивают. Вот. Я не знаю, кто в этом году бежит, но в среднем по 10-12 человек бежит. А мозоли как быстро появляются? Прямо уже после первого дня? А, опять один из лайфхаков, но все по-разному. Кто-то там дубинеет кожу, кто-то там делает педикюр, маникюр. А, у меня кто-то вазелином мажет, кто-то талькой. У меня были Five Fingers носки, есть фирма чудесная Injiji, продается в Red Fox, супер плотные носки, если бы не знать, что это для пустыни, а потому что это вот надо Валхалу привязать, потому что они очень толстые. Вот, и они практически препятствуют возникновению мозоли. На третий день, правда, они бы самостоятельно могут ходить, на их ставить можно. Песок в кроссовке всегда? Нет, благодаря Гейтерсу, ну, практически минимальный песок. Ну, раз в день? По раз в день нужно вытряхнуться или нет? Ну, нет, наверное, не останавливаешься ни в этом. В процессе бегового самого этапа ничего там не вытряхивал, не останавливался? Я нет. Ну, наверняка кто-то знает, есть такой Артем Ситников, один из первых в 2013 году бежал маратон де Сарбес. Ему, я не помню, то ли Мак Шурила, то ли Владимир Волошин посоветовали Ньютона, как раз вот они запускали. И он побежал в Ньютон. Проклял все, и какой-то его англичанин догоняет, он говорит, ну что, Ньютон идиот. И вот они вдвоем, они чертыхались просто. Вот, но есть люди, которые бегут там в кроссовках, ну пытались бежать в кроссовках без гейтерсов, но это такое самоубийство. То есть питание только вот это сублимированное там? Питание сублимированное, нет. Есть Алексей Рубежный, мы его звали Паровоз, у него было 15 килограмм, и из них там, наверное, килограмм 6 еды было. А там по ветру ему разве нет ограничений? Ну, нет. Но он ограничил себя 15. Сало не брал? Сало – это отдельная история, можно умолчим. И получается, первый день все это он тащил. Потом понял, что нафиг он столько не взял. Но к нему стояла очередь. Лёх, есть что поесть? То есть он потом раздавал. 5 минут, ребят. Есть вопросы. Ветер был, мешает, помогает. Ветра... Там мой молдавский друг ждал, думает, блин, когда же тут будет песчаная буря? Потому что там выдают такие чуть ли каски, бронежилеты, что вот этих песчаных бурь, все наслышаны истории, там испанец потерялся, жил, вскрывал вены, не потекла кровь. Короче, у нас не было ветра. Да, вот вопрос. Да, вопрос. А скажите, вот пейзажи, да, насколько они красивые? Это один участок с дюнами, а остальное крупное? У меня заблокировали видео в Ютубе. Там были очень много красивых. Если кому хотите, я потом могу скинуть ссылку. Там есть полуметражный фильм. А, пейзажи красивые. Но в целом дюны, горы, хребты, вот такое пустыня, наверное, 25% всего лишь. Было что-то в Грузии, что вы взяли и не пригодилось на всю горку? Да. Но там есть такие берберы. Берберы – это люди, которые ходят и обслуживают лагерь, местные жители. Они сначала ржут, мне кажется, первый день над всеми участниками, потому что это 12 килограмм, 15. Наступает второй день. И берберы тут как тут, с утра уже,
ходят и собирают пауэрбанки, теплая одежда, вторые кроссовки. То есть у них второй день счастья. На второй день у них, знаете, когда бывает Black Friday, то у них Black Second Day. Общий, что не пригодилось-то все-таки? В итоге, что вам? Но мне не пригодилось, я брал термобелье низ вверх, а мне не пригодился низ. Вот я сейчас жалею, блин, в России очень было клево. Ну, какой-нибудь бербер сейчас довольно ходит. Общий бюджет поездки всей, билеты, снаряжение? Билеты я... Блин, жена Митя, да? Билеты я летел бизнес-классом. Я летел бизнес-классом, потому что я подумал, что лететь не бизнесом, убить себя, но надо какой-то праздник сделать. То есть билеты мне обошли 72 тысячи. Участие 300, экипировка примерно, ну, экипировка, наверное, около 1000 евро и плюс еда, наверное, евро 500. Сублимированно. Ну, еще мы жили неделю до, пару дней после. Не, 500. 300 было, было 300, на самом деле. Вы пустяками. А? Вы пустяками, честно. Еще вопросы? Ну, когда в следующий раз? Я не могу работать на камеру. Ну, я планировал пробежать в 2018 году. На самом деле очень много русских. Это будет 34-й, который будет в 19-м году будет 34-й забег. В следующем будет 35-й. То есть юбилейно побежит очень много русских, но я думаю, человек 30-40. Я вот думаю. Поскольку русских там очень мало, как к ним относятся именно как к участникам? А это мы как к ним относимся. Нет, нам было хорошо, но у нас вообще интернет. Мы даже изначально назвали Russian Speaking Team. Я вижу, да, 18 секунд уже. То есть у нас были все украинцы, эстонцы, латыши. Ну, короче, у нас русскоязычная была супер, мы до сих пор общаемся. Супер люди, супер команда. Но на самом деле, это самая ценная вещь. Потому что там единственная, ну, уникальная возможность отключиться от социума и вот попасть, вот вы видите натуральных людей. То есть без масок, без ничего, потому что они сразу открываются.